Итоги недели сегодня подведем вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Начнем с темы важной. Ее бурно обсуждали в четверг краевые депутаты на заседании сессии. На этот раз законодатели предлагают ограничить продажу подросткам энергетиков, причем даже безалкогольных. Медики давно говорят, что эти напитки вредны. Педагоги замечают перевозбужденность и даже агрессивность школьников после их употребления. Родители часто не понимают, что происходит с детьми и от чего ребенок болеет. И хотя депутаты законопроект в первом чтении одобрили, единства в позиции нет. И кажется, проблема намного глубже, чем дно банки. Анастасия Дороган продолжит. Первая банка офигенная, бодрит, вторая тоже, третья тоже, а дальше бодрость уже не идет так сильно, и тебе хочется больше энергетиков с каждым разом, и наступает, как вы могли уже понять, зависимость. В 2018-м этот ютубер провел эксперимент. 7 дней пил энергетики. В начале видео признался, будучи студентом, подсел на такие напитки, бросил из-за состояния здоровья. И сейчас уже не готов его тратить ради эфемерной бодрости. О том, что энергетики не приносят пользы, на этой неделе заговорили в краевом парламенте. Мне кажется, что это идет абсолютно в одной плоскости с законом о снюсах, которые, когда также продавались в магазинах, мы с вами получали летальные исходы. В 2009-м российская студентка умерла, по версии следствия, от передозировки энергетиков. Активно их пить в нашей стране, судя по статистике, стали с 2014 года. В 2018-м в России запретили продажу энергетиков с содержанием алкоголя. А сейчас алтайские депутаты предлагают и вовсе ограничить продажу этих напитков несовершеннолетним. Слишком вреден состав, особенно кофеин, с учетом его нездоровой концентрации в одной банке, при том, что одной дети редко ограничиваются. 150 – это для взрослых, для детей 2,5 миллиграмма. То есть вот эту баночку ребенку пить, естественно, нельзя. Доза должна быть в 2-3 раза ниже. Зерна кофе все-таки это растительная продукция, и можно дозировать, да, употребление. Здесь же мы говорим о синтетическом кофеине. Дозы этого синтетического кофеина в этих замечательных красивых баночках каковы? Где контроль, где сертификация? Сегодня выпуск безалкогольных тонизирующих напитков, он четко регламентирован, он четко контролируется. Здесь, наверное, стоит зайти, пообсуждать эту тему о превышении, о чрезмерном употреблении. Но вот так вот голословно подойти, давайте запретим, то есть, мы и так много чего запрещаем. По данным медиков, злоупотребление энергетиками выводит из строя сердце, сосуды, нервы, желудок. Такие гурманы, как правило, пациенты нескольких врачей. С этим депутаты не спорят, но есть одно «но». Им запретили продавать редбулы. Они стали нюхать краски. Им запретили продавать краски. Они стали нюхать растворитель. Им запретили продавать растворитель. Потом они начали нюхать бензин. Я вообще перевел в другую плоскость этот законопроект. А что происходит с нашими детьми, с нашей молодежью? Что она ищет, подобрать цензурное слово, да, какие-то способы непонятные ухода от этой действительности. Выпил много энергетиков, и у меня начало ноги в судороги сводить. И после этого я меньше стал их пить. А сколько ты выпил? Баночек. Банок 7 за раз. Много. Но я сидел в компьютерном клубе. Вот. Артем здесь месяц, охотно рассказывает, чем занимается, какие книги читает. Я попал вообще сюда не из-за этого. Но я просто в школу не ходил. Его случай может показаться не таким запущенным, если учесть, что многие дети попадают сюда из-за более серьезной зависимости – алкоголя или наркотиков. А начинали они с пива или с энергетиков. Здесь пациенты проводят от полугода до года. Процесс не быстрый, но никто и не торопится. В диспансере говорят, детям тут нравится, потому что специалисты интересуются их жизнью, в отличие от мамы и папы. Они объясняют это, что они заняты на работе. Либо виноваты там школа, общественность или еще что-то. Но они никогда не признают свою ошибку в том, что они не интересуются ребенком, не выполняют свои родительские обязанности, не учат их тому, чему сами умеют, в принципе. И получается, может быть, потому что они сами не умеют. Вот данный запрет, он в первую очередь ставит вопрос перед детьми, это нельзя, почему? И родители должны детям объяснить, почему это нельзя. То есть мы фактически данным законопроектом понуждаем к диалогу взрослых и детей.
И хотя депутаты большинством голосов приняли проект в первом чтении, единой позиции насчет будущего закона пока нет. Этот вопрос они намерены обсуждать широко и с привлечением родителей, чтобы получить ответ, от чего именно все-таки нужно спасать детей. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Николай Шелко. День с толком. На календаре конец марта. Весна всегда приносит с собой не только радость, связанную с приближением теплого времени года, но и проблемы. Часть материалов сегодняшнего выпуска будут посвящены как раз этому. Ну и начнем с паводка. Он в этом году, по мнению главного синоптика Сибири Александра Люцигера, может оказаться сложным. Осенние дожди слишком сильно насытили почву влагой, поэтому весной грунт не готов принять еще воду. Все это может привести к подтоплению, между тем к паводку в регионе готовятся. И даже учения МЧС провели в срок, несмотря на то, что в среду в крае задувал штормовой ветер. Под Тальменкой была не только наша съемочная группа, но и губернатор. Он посмотрел и узнал от спасателей, что техника в порядке. А вот резервных материалов и денег в селах не хватает. По сценарию любитель рыбалки обернулся подводником. На субмарине ВАЗ-2104 ушел под лед. Спасатели силами техники и аквалангистов вытаскивают и хозяина, и машину. Идут учения. Губернатор смотрит. Паводок близко. Хотелось бы очень показать, как все это выглядит с высоты птичьего полета, но тальменская весенняя погода, вот видите, руки замерзли, даже не могу кавычки показать, просто поражает. Здесь ветер до 20 метров в секунду, мокрый снег. По воспоминаниям опытных сотрудников МЧС, такое на учениях по паводку вообще впервые. Генерал-майор Александр Макаров показал главе региона личный состав и технику. Рассказал о готовности людей и машин к паводковой войне. 5 оперативных групп, личный состав обучен, в том числе и на работы, аттестован на работы именно с беспилотной авиацией, потому что все-таки авиационная техника требует определенных допусков, разрешений. Время готовности оперативной группы 10 минут, через 10 минут личная оперативная группа бывает. Совещание перенесли в полевой штаб. Там сотрудники МЧС рассказали, что полностью готовы к паводку пока не все города и села, но время есть. Кстати, в этом году в зону первой и второй волн паводка могут попасть более 180 населенных пунктов, в которых проживает свыше 45 тысяч человек. Поэтому сейчас все службы региона активно готовятся к паводку. Например, спасатели распилили более 100 километров льда. А вот что делали руководители муниципалитетов, неясно. Деньги и материалы, которые выступали резервами на случай ЧС, убывают. Муниципальное образование, финансовый резерв которых менее 300 тысяч рублей, не смогут обеспечить проведение первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждые полгода наблюдается снижение и без того минимального количества фактически созданных резервов, материальных ресурсов муниципальных образований. Спасатели обратили внимание губернатора, в случае, если паводок повторится в формате 2014 года, больше 10 муниципальных образований не будут обеспечены материалами. Все от того, что в крае нет достаточного количества поставщиков нужных товаров. Ну, хоть техника готова. Если у сел нет финансовой подушки, на помощь придет хотя бы воздушная. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Эта проблема тоже становится явной по весне. Когда снег начинает таять, обнажаются они, подснежники. Правда, я не о тех первых маленьких красивых цветочках, а напротив, о весьма неприятных. С приходом весны барнаульцы вновь начали жаловаться на экскременты, которые остаются после выгула собак. Их можно увидеть в парках, на аллеях, во дворах и даже на детских площадках. Можно ли привлечь к ответственности недобросовестных хозяев животных? Как правильно убирать за своим питомцем? И чьи фекалии гораздо вреднее собачьих? Расскажем далее. Передаю слово Ирине Корчагиной. На этой неделе мы подняли тему собачьих фекалий и даже не ожидали такого бурного отклика от наших зрителей. Нам прислали десятки гневных сообщений. Люди жалуются, что жители Барнаула пока далеки от осознанности. Многие не готовы убирать за своим четвероногим другом. За мелкого? Мелкого сколько было? Мелкого. Мелкого вообще было много. Картина маслом. Маленькие кучки запорошил снегом. Эту попробуй спрячь. Песик Миша такое не одобряет. На прогулке собака не оставляет за собой улики. Продукты жизнедеятельности Миши убирает его хозяйка Оксана в обычный полиэтиленовый пакетик. В последнее время появились тоже, мягко выражаясь, кучки, оставшиеся от животных. Да, и это очень неприятно и некрасиво.
И, конечно же, мы боремся с этим, но, к сожалению, пока до людей не доходит. Менталитет, наверное, русского человека, наверное, не предусматривает то, что нужно убирать все-таки за своими собачками. Кстати, с точки зрения биологии, собачьи фекалии – это даже здорово. Это, конечно, не эстетично. Ну вот просто мы идем, да, и некрасиво эти кучи, конечно, все видим экскрементов. Но с точки зрения биологии, для природы это не вредно. То есть это органические удобрения, которые идут. С учетом того, что у нас почва обедненная в городе, то для земли это хорошо, и для деревьев, и для травы это тоже хорошо. А вот с другой точки зрения, да, с точки зрения эпидемиологии, это может действительно представлять опасность. Даже, наверное, не столько хозяйские собаки могут представлять опасность, сколько собаки бездомные. А вот наша следующая героиня убирает за своими питомцами уже почти 15 лет. В пример девушка приводит опыт других стран. Например, во Франции на улицах устанавливают вот такие стойки с пакетами и рядом контейнеры для сбора результатов. Барнаул пока, конечно, далек от такой инфраструктуры, поэтому собаководам приходится выкручиваться самим. Если я нахожусь где-то далеко, то я выбрасываю в мусорницу городскую. Если это недалеко, как эта организация, обычно народу это не нравится. Второй вариант – это мусорный контейнер во дворах домов. И третий вариант, если так удобнее, то это пакет в сумочку специальную и дома утилизируем. Я надеюсь, что в парке, например, у нас будет мусорница, куда можно будет выбросить, потому что я понимаю, что, например, людям, которые сидят на лавочке, рядом у нас открытые мусорницы, видеть там собачьи отходы тоже неприятно, поэтому я стараюсь в местах вот пользования широкого не выбрасывать. Таких, как наши герои Оксана и Ксения, в Барнауле не очень много. И самое главное, что сегодня недобросовестных хозяев даже нельзя оштрафовать. Если человека поймают за руку, а собаку за лапу, их просто пожурят. Несмотря на то, что у нас вообще-то действует закон об ответственном обращении с животными. Лица, допустившие нарушение, несут административную, уголовную ответственность и иную, предусмотренную законодательством. Но в то же время в действующей редакции КОАП ответственность за неисполнение требований федерального закона об ответственном обращении с животными на сегодняшний день не предусмотрена. То есть сейчас все, что можно сделать, это только довести хозяина до суда, но при этом просто ему сказать: больше так не делай? На сегодняшний день, да, мы выдаем предписание, но в большинстве случаев владельцы относятся к этому с пониманием, и исполнение предписаний выполняется. В ближайшее время этот пробел должны устранить. Минюстом России подготовлен проект, предусматривающий наказание за безответственный выгул животных. И возможно, что уже в следующем году любители оставить после себя яркий след на земле понесут реальное наказание в виде штрафа. А пока вот вам факт. Есть кое-что страшнее, чем собачьи экскременты. Экскременты, которые остаются от голубей, они еще больше, наверное, и они везде. С учетом того, что голуби летают, это может быть и на подоконниках птица посидеть, и на каком-то высотном здании. Да, вроде кажется, что меньше, да, какой-то грязи от них, но это все высыхает, и если у собак все остается на земле, то это будет все в воздухе. И вот действительно уже астматикам и аллергикам это реальная опасность. Так что биологи рекомендуют не подкармливать голубей, хотя мы, конечно, вас ни к чему не призываем, и выводы вы делаете сами. Смотрите под ноги. Весна и время вирусных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, на середину этой недели в регионе было зарегистрировано почти 20 тысяч больных ОРВИ. В том числе и по этой причине ведомство призывает сохранять базовые антиковидные меры, соблюдение масочного режима и дезинфекцию. К слову, все больше жителей региона благодаря вакцинации приобретают антитела к ковиду. Сейчас в крае вакцинировано уже 77 тысяч человек. Две прививки поставило 51 тысяча людей. Прогнозируют ли медики третью волну COVID-19 и появится ли в ближайшее время в регионе еще одна вакцина от коронавируса? Эти вопросы мы задали главному эпидемиологу края Ирине Переладовой. По информации, которую мы получили на федеральном селекторе на прошлой неделе, вакцина нарабатывается, активно нарабатывается. Для того, чтобы ее раздать, ее нужно сначала достаточно большое количество нам наработать, и только потом она пойдет под распределение. Дадут ли ее нам, время покажет, пока не анонсируют. Вся вакцина, которая используется и применяется против новой коронавирусной инфекции, их три типа, которые у нас зарегистрированы, не все три наши, российского, отечественного производства, они сегодня находятся на государственном уровне под официальным распределением Министерства здравоохранения Российской Федерации по всем территориям России.
Российской Федерации. То есть нет такого, что кто больше всех просил, тому и дали. Сегодня существует график поставок, сегодня четко разработана логистика Минздравом России, и, соответственно, каждой территории выделяется определенное количество доз в зависимости от потребного объема. Сколько нам сегодня нужно привить вообще людей, которые у нас сегодня проживают, чтобы создать иммунную прослойку? Нам необходимо привить чуть-чуть больше 1 миллиона человек. Поэтому мы понимаем, да, что если сегодня у нас 77 тысяч человек находится, так сказать, кто-то в стадии вакцинации, да, кто-то полностью привит, вот наши с вами почти 51 тысяча человек, мы понимаем, какие объемы нам впереди предстоят привить еще края в течение вот этого периода, полугода до осени. Мы должны справиться с этим объемом. Будет ли вакцина? Да. Минздрав анонсирует, что до осени мы получим всю вакцину. У нас еще подслоилось еще одно заболевание. Это острые респираторно-вирусные инфекции, которые, как мы знаем, заканчиваются в марте месяце. И еще хвостик этого сезона мы пожинаем в виде пневмонии. То есть, наверное, заболеваемость еще будет регистрироваться. Она будет регистрироваться и ОРВИ, и новой коронавирусной инфекции не только в марте, но и в апреле-мае месяце. Поэтому потихонечку, чем больше у нас будет наслаиваться, расширяться иммунная прослойка, тем более вероятен факт, что мы скорее придем к снижению заболеваемости именно новой коронавирусной инфекции. То есть это не страшно, то, что сейчас возобновили все такие массовые мероприятия? Ну, будем надеяться, что многие люди... Есть один такой очень сдерживающий фактор. Вакцинация не отменяет ни масочный режим, ни меры безопасности, то есть обработка рук и личная безопасность в части минимально посещать массовые все все-таки организации. Как бы мы все равно еще очень осторожно к этому относимся, хотя уровень заболеваемости сегодня говорит о том, что идет эффективное снижение. Следующая тема тоже весенняя. Горожане возмущены состоянием проездов во дворах. Если на центральных дорогах и магистралях давно практически чистый асфальт, то при заездах во двор, если вы не на джипе, конечно, можно и бампер оставить. Почему весной снег в дворовых проездах никто не убирает? И можно ли решить проблему, разбирался Андрей Дреер. Да, мы знаем, лучики тепла уже доверчиво глядят в ваше окно, а мы все до сих пор про дворы и снег, точнее про то, во что он превращается. Вот в такие лужи или месиво. И да, мы опять на Чкалова 57, мы в феврале здесь уже были, но ранней весной с уборкой этого двора все стало еще хуже. Вернемся сюда, но для начала пару кадров из жизни Барнаула. Это горожане выталкивают машину скорой помощи. По словам пользователя соцсетей, на улице Юрина два дня подряд скорая не могла добраться до пациентов. Вытаскивали своими силами. Таких сообщений в соцсетях немало. Подъезд к школе номер 128. Вот так вот выглядит это все дело. Как сюда сейчас дети будут продукты возить, неизвестно. Картина на улицах подтверждает слова пользователей соцсетей. Все-таки мы догадываемся, что такие тротуары и проезжие части доставляют удовольствие не всем. Но чтобы проверить догадку, спросили барнаульцев. Ну вот у нас во дворе, например, там почти не пройти, там постоянно лужи, снег какой-то. Ну что-то приезжают, убирают, но не видно постоянно. Там снег лежит. Ну, я так понимаю, когда несколько дней растаяло, потом подмерзло, было сложнее всего. Да, было отвратительно просто ходить. У нас недавно трактор прошел, у нас дворник приличный. Возле дома у нас прекрасно. Я довольна, мы довольны. Качество уборки я бы на троечку бы оценил. Потому что вот если брать улицы такие небольшие, как наша, интернациональная, у нас очень отвратительно в этом году убирают. Буквально все во льду, все в снегу. И вот сейчас вода течет, и вот буквально там на перекрестке у нас невозможно пройти, потому что там почти по колено воды. Видео таких дворов нам присылают пользователи. Это, например, любительские кадры одной придомовой территории в поселке Южный. Но вернемся, как и обещали, на Чкалова 57. Здесь, как говорит представитель Народного фронта Сергей Войтюк, проблема в форме управления домом. Это товарищество собственников недвижимости, но для работ они нанимают управляющую компанию. Необычная форма управления, которая вносит разлад. Хотя, конечно, этот дом только иллюстрация общегородской проблемы.
Я для себя, может быть, это и заблуждение, вижу это в том, что у нас достаточно много полномочий были сняты с муниципалитетов. У нас ушла контрольная, надзорная функция с муниципальных органов власти, и она перешла в государственную жилищную инспекцию, в которой объективно, они сами это признают, недостаточно ни кадрового потенциала, ни возможностей. Просто нет эффективного контроля. А раз нет контроля, значит, позволительно, условно говоря, вот таким образом содержать, по большому счету, придворовую территорию. Депутаты Барнаульской гордумы уже предлагали хотя бы отчасти вернуть функции контроля над управляющими компаниями муниципалитетам. Районные администрации банально ближе к проблемным домам, чем жилинспекция. Ну, остается надеяться, что благодаря стараниям законотворцев во дворах станет и чище, и красивее, и не захочется жителям многоквартирных домов не доставать чернил, не плакать, а пока лучше запастись и чернилами, и терпением, и знаниями в правильном составлении официальных жалоб пригодится. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. А куда писать эти самые жалобы, кому их адресовать? И как в целом пережили зиму барнаульские дороги? И действительно ли они год от года становятся лучше? Об этом Андрей Дреер уже не в рамках сюжета поговорил с Сергеем Войтюком, главой регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Но если говорить о качестве уборки дворов, особенно сейчас весной, когда снега еще много, он уже подтаивает, такая каша, и говорить на примере, например, этого двора, в котором мы находимся, вопиющий случай. Мы в предыдущий раз здесь снимали, зимой не было убрано, сейчас ситуация еще хуже. Как должно обстоять и как вообще картина в Барнауле выглядит? Каждый должен понимать, что его имущество, оно не заканчивается дверью его квартиры. То есть и даже подъездом оно не заканчивается. То есть вся прилегающая территория – это общая собственность. Поэтому, ну, прежде всего, нужно, наверное, начинать с себя для того, чтобы перестать быть безответственным, ну, так скажем, квартиросъемщиком, да, то есть остановиться ответственным собственником. Ну и требовать, наверное, с управляющей компанией, надлежащей управляющей организации содержания. Ну, а прежде всего, то есть ресурсы, они цифровизуют. То есть нужно знать, да, то есть начинать. Понятно, обращение не в адрес сразу там федерального какого-то руководства, да, а начинается со своей управляющей организации. Насколько проблема, вот как в этом дворе мы видим, актуальна для всего Барнаула? Да, она системная. Я даже скажу, что, наверное, даже более гротескные вещи есть, да, и более страшные с точки зрения возможных последствий, не дай бог. Ну, вот есть, к примеру, обращение буквально на днях с краевой 254-256. Это у нас центральный район тоже, то есть это многоквартирные дома, которые отапливаются газом. Есть газовая котельная, где управляющая организация за весь зимний период ни разу не обеспечивала расчистку придомовой территории. По сути дела, там нет возможности даже специалисту, да, пройти и проконтролировать, а что там с газовым оборудованием. Это потенциально опасное, условно говоря, для эксплуатации оборудования, да, потенциально опасный объект, который, ну, условно говоря, к которому нет доступа. Поэтому тоже со своей стороны поддержали и собственников, которые также написали сейчас государственную инспекцию, то есть уведомили администрацию города Барнаула для того, чтобы принимать меры реагирования. Потому что, ну, если мы такие вещи не обращаем внимания, ну, тогда, наверное, уже и чего-то другого ожидать не стоит, если, ну, к эксплуатации такого оборудования относится халат. Хотел перейти немного к другой теме, но тоже связанной с этой. Что будет с этими дорогами после того, как снег сойдет? Наверное, более общий даже вопрос. Вы ведь постоянно контролируете качество дорог. На протяжении последних лет, по вашему мнению, улучшилось качество дорожного покрытия? Не, ну, качество дорог улучшилось объективно из-за того, что мы все-таки реализуем проекты. Да? Сначала это был БКД, сейчас это БКАТ, национальный проект. Количество дорог отремонтированных, ну, оно просто на карте видно было, стало, да, то есть колоссальное. То есть участков отремонтированных дорог, естественно, их качество стало лучше. Но вопрос содержания, он остается открытым, потому что чем больше мы строим, тем больше нам нужно надлежащим образом содержать. Да, есть варианты, опять же, вот если возвращаться глобальным вопросом контрактов жизненного цикла, когда тот, кто построил, потом в течение гарантийного периода их и содержит. Да? Ну, большие сложности, наверное, если в продолжении основных магистралей у нас возникают в части восстановления после перекопов. Здесь объективно сложилась такая ситуация, что мы в ремонт дорог с вами вышли значительно раньше, чем начали масштабные перекладки экономической сети, потому что, ну, это были, опять же, все федеральные решения, да, потому что вопрос вхождения в ценовую зону, в вальт-котельную, это все только постановление правительства
строительство регулировалось, и у нас, ну, СГК, как основной, что называется, вместе с водоканалом, ресурсовик по городу Барнаулу, вошли в историю масштабных перекладок позже, чем БКД. И, соответственно, сейчас необходимо учитывать, ну и здесь, наверное, нам быть более толерантными всем, и органам власти, и простым горожанам. Если нам дорожники, профессионалы говорят, что, ребята, мы не можем вот технологию соблюсти и привести в надлежащее состояние после перекопа дорожное полотно в этом строительном сезоне, потому что нет усадки грунта, да, и потом мы все, что бы здесь не делали, оно все равно провалится, да, ну, наверное, надо к этому относиться более взвешенно и закрывать ордера с минимальным занесением, да, понимая, что да, она провалится, даст усадку, но на следующий строительный сезон мы сделаем все так качественно, что, то есть, что у нас не будет отличий между основным полотном и, собственно, тем, который был перекопан в результате перекладки коммунальных сетей. И в этой части очень важно, что сейчас вот в правилах благоустройства у нас есть предложение, не знаю, учтут или нет, о том, чтобы гарантия после открытия земляного ордера, вот как раз на эти перекопы, была не менее 4 лет. Потому что в свое время была наша инициатива Народного фронта на объект ИПКАТ не менее 4 лет. И потом это получило прям федеральное закрепление. То есть и сейчас у нас все дороги не менее 4 лет, 4-5 лет. Да? На перекопы у нас 2 года. Да? То есть, но по соглашениям, по добровольным со стороны и водоканала, и структур СГК, они берут на себя обязательство сохранить гарантию не меньше, чем гарантия основного полотна. А сейчас все-таки хотелось бы закрепить эти условия в правилах благоустройства, потому что, ну, независимо. То есть сегодня одно руководство, да, там, и одни взаимоотношения там с БТСК, с водоканалом, да, то есть завтра они поменяют позицию, то есть скажут, что нет, мы не будем, да, то есть, а когда это в документе прописано, это уже не зависит от джентльменских соглашений, это уже буква закона. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Продолжим. Профессиональный праздник в четверг отмечали те, кто посвятил свою жизнь культуре и искусству, нашли себя в творческих профессиях. Таких людей в Барнауле много, но рассказать мы решили об одном человеке. Ее фамилия многим знакома, особенно студентам. Вера Медведенко, педагог Алтайского государственного института культуры, режиссер. Почему за годы работы она поняла, что необходимо быть трезвым и слушать время. Расскажем далее. Да-да-да. Раз, два, три. Хоп! Вот так. На раз, два, три она заставляет биться студенческие сердца в унисон со своим. Вера Медведенко уже 6-й год руководит театром под названием «Маска». Это ее далеко не первое детище, но особенное на сцене молодежь Аграрного университета. Здесь совершенно другая среда, но здесь ребят, которые горят и страстно желают чего-то сделать на сцене. И они принимают мой мир, который я им предлагаю для создания на сцене, они начинают верить в это. Они приняли ее мир, а она научилась принимать и понимать их. Традиционные актерские тренинги сочетают с современной молодежной культурой. Для Веры Медведенко в профессии важно время, которое она научилась слушать. Когда ты не слышишь время, ты немножечко сам остаешься там, в прошлом. И не люблю вот эту, знаете, фразу «бойцы вспоминают минувшие дни». Я не люблю ностальжировать. Я люблю вот быть или во времени, или впереди. Несмотря на это, есть вещи, которые режиссер не может понять. Это стремление многих людей, особенно девушек, избавиться от собственной неповторимости. Говорит, в актерах ценится индивидуальность, в том числе внешняя, а не идеальное кукольное лицо. Настоящие брови, настоящие губы, оно всегда ценится. Особенно, ну, зачем это актеру? Потому что актер должен уметь передавать, если он не может на губы свои там вот как-нибудь сделать так, потому что у него накачано или вот здесь прокачано так, что он ничего не может эмоций. А зачем? Медведенко считает, что ей везет на студентов. Во всяком случае, посторонние в ее коллективах не задерживаются. Она ценит в людях искренность и правду. А еще Медведенко за трезвость. Трезвость по отношению к своему успеху. Убеждена, только так можно состояться в профессии. Елена Кузовкина, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну и еще немного поговорим о культуре. Ни для кого не секрет, что Питер считают культурной столицей России. Как с этим обстоят дела в Барнауле? Мы вышли на улицы, чтобы узнать у горожан, как дела с культурной жизнью в краевой столице. Расскажите, пожалуйста, можно ли считать наш город, Барнаул, да, культурным городом? Ну, не знаю даже. Я по театрам вообще не хожу, но я как-то была. Музеев, в принципе, все есть. Ну, в принципе, можно. Здесь много культурных вещей всяких разных.
считаю, что вполне. Я думаю, что можно. Здесь достаточно много культурных центров. И театры молодежные. Театр молодежи у нас. Почему нет, да? У нас проводятся разные различные культурные мероприятия, которые способствуют развитию молодежи. Во! Самый культурный. У критиков, если говорить о культурной жизни города, свои оценочные критерии. Мы попросили известного арт-критика Вадима Климова оценить сферу культуры по 10-бальной системе. Давайте послушаем его мнение. Я бы работникам культуры поставил все 10 баллов. Общей культуре, я имею в виду событиям искусства, культуры, вот этой всей институции, которую мы называем культурой, я, конечно, бы поставил 5 баллов. Дело в том, что здесь... Почему такое разночтение? Потому что люди, конечно, очень сильно стараются, они такие миссионеры, я бы сказал, они высокие профессионалы и делают очень много интересных и любопытных событий и работают очень качественно. А вот как развивается наша культура, вот это совсем другое. Я не устаю повторять, что у нас объем нашей культуры – это примерно 80-85 год максимум. Понимаете, город два раза вырос, а вот объемы у нас остались те же. Поэтому надо развиваться. Вот представьте, если бы в городе транспорт остался такой, как был в 82 году. Да мы бы сейчас никуда не уехали. Когда мы говорили о Барнауле, культурная столица Юго-Сибири, многим казалось это смешным. Теперь, глядя на тот проект, можно сказать, что там было большое рациональное зерно. Да, нужно некий культурный прорыв, некое культурное ускорение. И если говорить о каждой сфере, там, от музыки, литературы, кино, театра и тому подобное, есть где развиваться, понимаете, и нужен этот прорыв. Мы серьезно отстали. Поэтому я, конечно, желаю Министерству культуры творческой большой работы и, наверное, вот этого творческого ускорения, этого культурного ускорения, потому что жители города достойны этого. И мне кажется, все прекрасно это понимают. Собственно, на этом у меня все. Пусть весна приносит вам только положительные эмоции. Телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде, спонсор прогноза компании «Эвалар».